поднимайся. Теперь другую. Вот я не успел. Давай. Другую. Другую сторону направо. Поднимайся. Теперь сжимайся на шпагате. Это фонограмма к новой нашей песне. За нее точно не забанят. Создал ее папочка. Услышите потом. И слова написал тоже наш Боречка. Мы их споем под эту фонограмму. Да, сына? Да? Ну что, папочка? Долго сидел? Да, два вечера. Всего лишь. Ну, у тебя уже музыка была так готова? Музыка была, да. Там, была написана 15 лет назад. Слова и музыка. Просто здорово, что инструмента не было, чтобы эту музыку положить, так как оно действительно было. У нас уже даже дети начинают создавать свои фонограммы. Такие вещи с него делают. Ну что, заинтригуем вас? Выйдет скоро в свет новый клип. Ну, скоро это может месяц, два, три. Но для нас это скоро, потому что нужно на него потратить многовато времени. Деточки, написала нам семья. Хотим передать тебе огромный привет. Я буду подсматривать, потому что их много. Ты туда, Аня, не показывай, просто меня снимай, хорошо? Анечка мне помогает. Значит, Снопковы, Дима и Галя, и у них есть детки. Светочка и Андрюшка из Казахстана. Живут они в Караганде, Пришахтинск, новостройка. Ребята, вам огромный привет от нашей семьи. Приятно, что нас просят из Казахстана. Передайте привет вашим детишкам. А почему тебе не покушать? А что у нас есть? Я рукой есть яйца. Подлинка, ты же ее так любишь. Да. А я люблю яйцы, а она любит сладкое. Скоро приедет. Надел только сейчас морковь, положим ее и зацепим. Вон, я его сама сделала, могу сейчас показать. Вот это окошко, там спит моя куколка. Это мама. Папы нету, а это кухня. Она там, видите, штучки нет, она там готовит. Вот здесь мы кушаем. А это холодильник с рюкзаком папиным. И, ну, сына. И у нас есть обувь. Можно так, вот так сюда проходить, а можно не проходить, можно вот так пойти. И вот, вот так заходишь, тут лошадь стоит, вот дверь проходишь, а тут дети спят. Вот тут спят всякие дети. Она говорит, ей что? Просыпайся, говорит, просыпайся, просыпайся. То есть это не с головами. Так. Там их не игрушки. Вот стол для чаепития. Вот это у нас. Так, вон у нас умывальник. Ванна. Выходишь, нужно дальше подниматься. Это третий этаж. А тут спят взрослые. Вот такой у нас дом. Очень классный. Трехэтажный. Пока. Вот.
От Скорохватовой Даши. Пришло письмо сегодня. От как? Еще раз. Скорохватовой Даши. Даши. Ну, читать вам мы его не будем. Оно пришло нам. Просто хотели поделиться. Да, Анечка? Да. И еще одно письмо от еще от одной девочки. А еще тут вам подарки от нее. О, да-да-да, вижу. Ну, посмотрите. Что, бросать будешь? Да. Кому? Я не знаю. Ой, не... Даша. Даша, правильно, давай. А куда? Надеемся, что правильно написали, а Даша. Ты забыла указать индекс. Поэтому мы написали центрального отделения Новосибирска. А там, я думаю, тебе дойдет письмо. А вот смотри, Анечка уже бросала, ты еще не знаешь, что здесь она открывается. Открывай. Ой, там кто-то уже набросал много писем, видишь? Стой, не ломай. Подарок. Все? Все. Даша, тебе письмо улетело, лови. Привет. Да, Анечка смазывает, да, салом? Плохо смазала, немножко давай получше смазывай. Бери в руки тогда его, если оно сухое, подсохло, давай. В руки, надо уже поменять кусочек. Хорошо, хорошо, дави, да. И это мы будем сейчас делать сырники. Да, Кисенька? Да. Анечка почти сама все замешала, я ей говорила, как делать. Сейчас мы сформируем сырнички вместе с Аней. Будем катать шарики? Шарики, а потом, да, приплюснивать их. Помнишь, да, мы делали? Сашенька, не трогай. Там жирное, не трогай. Я знаю, что тебе хочется тоже поучаствовать. Все, я помою руки с мылом. Макай ручки сюда. Да, давай, макай. Так, все, подтряхивай. Теперь бери кусочек. Кусочек? Да, небольшой. Такой? Да, катай шарик. Ты уже когда-то делала, помнишь? Да. Катай, как пластилин. Да, аккуратненько только, потише. Теперь так вот придавливай его, чтобы получилось такое. Вот такое. Все, клади. И еще здесь его немножечко вот так придавливаю. Вот так вот, во серединке, чтобы ровненький он был. Да. Чуть-чуть, все. Молодчинка. Вот сейчас мы так будем все делать, да? Да. Вот это чудо видели? Ты морда. Морда котячья. Ты что у Джесси в будке делаешь, а? Ох, ты смумряк маленький. Едят с одной там тарелки. Да? Малыш, едите с одной тарелки. А на этого все хватается. Все опилки. Тут Джессичка. Ой, Джессичка, ты на солнышке грелась, да? Наелась и на солнышке грелась. Умничка. Твое место вон заняли. Смотри, кто там у тебя в домике живет. Да. Там рыжик у тебя в домике живет. Рыжик. Да, это вся семья. Это мама с девочками, да? А папа с мальчиком? Да, вот он прячется. Здорово. Сена держит, а папа будет. Правда, я не знаю, куда вот это, потому что семья вот. Вот, а их не эти, да, одежда, все. А здесь могу показать еще. Покажи, что я с собой беру.
еду. Угу. Запасы. Еда, я смотрю, морковка, да, у лошадки да. Принесла. Сено лошадки взяли. И вот. И вода даже. Ну, это может быть так. Не сено, а может коробка из сена. А, здорово придумала. Сшили ее. Даже не знаю, куда тебе это. Не знаю. Ого! Ничего себе! Что это такое? Доски? Вау! Какие большие! Привет, папа. Привет, сынок. Сколько ты досок привез? Это зачем? Это зачем? А это по правилам дорожного движения вешается знак или красная тряпка. Указатель, что это длинномер, чтобы водители знали, что тут длинная палец. Или как? Попроще тебе так, чтобы сказать. Что, Китюня? Что? Папа, можно залезть? Залазь. Папа, положи, пожалуйста. Спасибо. Поехал на одну пилораму, там куча обзола. Вот полазил, выбрал на теплице столбиков. Потому что тут на нашей пилораме обзола сейчас нет. Так что будет у нас тепличка. Привет, папа. А я здесь. А я тут. Осторожно. Привет! Саша, осторожно, говорю, ты как ударишься головой? Не ударишься, я смотрю, наверное. Где я стою и как я... Забрал на теплицу. Да-да, это ты на тепличку привез нам, да? Мама, что это с тобой такое? А это меня обрисовали. Это наша семья. Тут уже она стерлась, короче. Все-все. А это разноцветный снег. Все равно сегодня в баню идем. Можно разрисовать. Ну, рассказывай, где набрал. Сколько заплатил? Сколько? Я чуть не утонул. Где не утонул? А выехали туда. А там такая болотина, топь. Такая, ага. Мягкая. Проехали. Я так открываю дверку, смотрю, трава влажная. Говорю, здесь же мокро. Ну ладно, мокро так мокро. Пошли мы лазили по тем горам, лазили. Обзола. Соседом. Потом прихожу, говорю, Сереж, я сейчас на ход развернусь, чтобы нам грузиться, ехать. А оно не едет. Так ты застрял в трясине. Иди вон, сними спереди, передок сними. Вот это еще такого не было с нами. Потонула машина. С прицепом. Так это ты на пилораме, да, набрал? Ну это на пилораме, там где обзол, отходы. Огромные, большие-большие кучи. Еще есть там? Есть. Много? Много. Ох, просто и здорово. Ох, и здорово. Не лениться. Туда бы грузовичком бы съездить, да? Да, и потонуть там. А, и утонуть, да, я поняла. Так, пойдем посмотрим. Под водой? Да, не знаю, папа под водой. Ой, какой забрызганный. Мы ж машину помыли вчера или позавчера. Ай-яй-яй. А вот это он был там. Да, папа весело. Да. Пришлось ему смотреть. Утонул он так ехал. Ну что, поздравляю тебя с первым. Купанием. Да, купанием. Да, плаванием. Вот думаю, как это называть. И, ну и с материалом. Здорово, мы теплицу будем делать. Картошку посадили, пора браться за теплицу. Скоро рассаду сажать. Джесси, ты себе друга нашла? Джесси друга нашла. Соседский пес. Вот мы там почистили будку, и тут стало чисто. О, и мама там заметает, да? Я здесь заметаю, ты там заметишь. Пойди покажи, что папа делает. Папа? Та-та-та. Мне кажется, папа за грузовиком. Привет, папа. Привет, Тома. Накатываешь? Колесо? Да. Ты что, его потом снимал? Ничего, он одно снято, Тимофей на нем стоит.
Классно. А, я из-за твоего тащила сняли. Ничего себе. Там классно. Сосок с камерой не совпадал с дыркой. Но на вот этом колесе пришлось снимать. Неправильно поставили колесо. Понятно. Мама, я тебя вижу.